История этой выставки похожа на приключенческий роман. Вначале было путешествие из Петербурга в Москву специальным автотранспортом. Никаких лишних остановок в пути. Потом бесценная посылка летела спецрейсом из столицы в Южно-Сахалинск. Номер рейса, день прибытия держались в строжайшем секрете. И вот, наконец, первые кадры. Идет распаковка картин. «31 марта выставку «Пять веков русского искусства» торжественно открыли в Сахалинском областном художественном музее. 44 работы из собраний Русского музея в Петербурге. 27 художников с мировыми именами. Такого в сахалинской культуре еще не было. Выставку уже назвали событием года и десятилетий. Никогда прежде Русский музей не привозил так много шедевров в восточную часть России. Обычно в день рождения принято принимать подарки. А здесь у нас ситуация немножко иная. Юбиляр, он делает подарок. Причем делает подарок всей нашей замечательной области. Вот эту выставку. Директор художественного музея Александр Бурыко говорит о тех, без кого эта выставка не состоялась. «Пять веков русского искусства» стали подарком «Сахалин Энерджи» всем островитянам в честь 20-летия компании. Оно будет отмечаться 18 апреля. Для нас этот проект начался 2 года назад, когда мы задумались о том, что в скором времени наша компания будет отмечать 20 лет, а на день рождения принято дарить подарки. Но поскольку 20 лет – круглая дата, нам хотелось, чтобы подарок был запоминающимся, сказочным, красивым, и чтобы это было что-то очень-очень особенное. Кто-то подсчитал, в организации этого события принимали участие около 200 человек. Это и сотрудники «Сахалин Энерджи», и представители музеев, транспортные, охранные предприятия. Открытие школы экскурсоводов-любителей – это еще один уникальный момент. Теперь волонтеры будут помогать посетителям художественного музея ориентироваться в выставке. Видя вживую эти картины, понимаешь, насколько они потрясающие, насколько они все разные, и как каждая картина описывает и самого автора, и свое отношение к ней. И вот мы-то собираемся небольшим кружком, и мы уже нашли любимых художников, нашли любимые произведения, и каждая откликается, вот каждая картина откликается всех по-своему. Это потрясающе. Когда ты смотришь на картину 20 века, там секрет. То есть ты смотришь, и ты сам додумываешь, домысливаешь, что хотел показать автор на картине. И вот этот вот секрет, эта изюминка просто теперь поражает. И можешь, ну, часами, наверное, смотреть на картину и находиться вот в этом сюжете. Очень впечатлило. Такой, когда смотришь шедевр уже на его, и впечатление совершенно другое. Так что очень хорошо, что иногда мы получаем такие выставки. Русский музей в Петербурге хранит самую большую в мире коллекцию национального изобразительного искусства – 400 тысяч произведений. Посмотреть на мировые шедевры в Петербург приезжают миллионы туристов. Сегодня часть полотен сняты с постоянной экспозиции ради путешествия на Сахалин. Как осколки разбившегося зеркала, они отражают основные направления, течения и вехи русского искусства за 5 веков. Вот из этих осколков сложилась такая мозаика. Для нас очень почетно показывать нашу коллекцию в самых разных музеях, а тем более так далеко, на Сахалине. Конечно, это большое событие. Выставка «Пять веков русского искусства» будет работать в художественном музее до 5 мая. Вход бесплатный. Правда, организаторы говорят, в групповых экскурсиях свободных мест практически не осталось.